А у нас главный герой в передаче сегодня будет кот или кошка. Я не знаю, кого нам принесли сегодня. А кот? Котик. Котик. Как зовут его? Мейсон. Мейсон? Это Мейсон? Ну, заявка какая Мейсон. Знал я одного Мейсона. Мы найдем ему хозяйку, наверное. Да. Или хозяина. Такой вот Мейсон. Давайте. Смотри, как он будет себя вести. Ну, сейчас модно с животными обниматься. На саммите президенты обнимались. А, чтобы друг друга не обниматься, обнимались животные. Это, кстати, тоже выход из положения. Очень стильная обложка. Вот кто дизайн делал? Ну, я выпускал пластинку с группой, со студией Вельвет Алена Михайлова. И здесь есть дизайнеры. Дизайн Татьяна Раш. Таня, спасибо. И, ну, мы придумали совместно, но Таня предложила такую идею. А я предложил себя растворить в черном свете и обрамить меня наушником. Я читал, что любимая группа Мьюз. Мьюз. Тоже моя, кстати, да. Тоже. Нет, я битломан, естественно, у меня Битлз любимая группа, но Мьюз — это вот любимцы мои. То, что делает Гоша Куценко, который любит группу Мьюз, настолько далеко от этой стилистики. Просто... Небо и земля, ну, конечно. Но у меня есть гитарист в группе, который похож на Мьюза, и который также феерически владеет инструментом. И есть Юля Пак, которая поет как Мьюз. Но мне нравится энергетика и вообще момент шоу, так как мыслят ребята. Кстати, я так расстроился, мне кто-то предложил, говорит, а почему ты пластинку не назвал «Мьюзика»? Ты же любишь «Мьюз». Ага. Я подумал, я даже позвонил редакторам, говорю, слушай, еще не поздно. Говорит, нет, вчера она ушла. Ой, напрасно полили название. Третий альбом это можно было нет, как раз такой. Нет, а получается, я еду в машине, сейчас слушаю треки и прослушиваю «Ищем брак». И если в машине, в автомобиле, на любом проигрывателе, там же на английском языке высвечивается. И на английском оно высвечивается как мьюзика. Так что все заложено. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».